Блестящая работа, часовой. Спасибо, майор. Продолжай в том же духе. Я здесь! Это он. С удовольствием. Так точно. Наконец-то. Я уже и не надеялся. Не стоило мне и связываться с вами. Я замерз, я голоден, и меня хотят убить. Заткнитесь, профессор, и следуйте за мной. О ваших проблемах поговорим, когда вы будете в безопасности.
Следующий. Мне нужна помощь. Я жить хочу. Тише, тише. Так точно.
Можно попробовать. На помощь! Помогите! Это он! Взять его! Мне нужна помощь. Я жить хочу. Съешь-ка это. Тише, тише. Можно попробовать. Тише, тише.
Остынь! С удовольствием. Мне нужна помощь. Я жить хочу. Медика! Мне нужна помощь. Я жить хочу. 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 Пожалуйста, не убивайте меня. Я расскажу все, абсолютно все. Ну так говори, не тяни время. Я знаю, что после этой операции мы должны были отправиться в Лондон для выполнения очень важной и секретной миссии. В Лондон? Что это за миссия? Рассказывай. Нам поручено прикрывать группу минеров, которые должны взорвать здание, где заседает Генеральная Ассамблея ООН. Они там должны принять какую-то резолюцию о ликвидации оружия массового уничтожения, а мы должны помешать этому. Вот оно что. Вы не убьете меня? Нет? Вы же обещали. Я не обещала тебе ничего. Ладно, живи. Все. Это был последний. Так что вы хотели сказать, профессор? Ничего. Надеюсь, на этом мои приключения закончатся. И это... Послушайте, спасибо. Не за что, профессор. С удовольствием.
Майор, полагаю, мое следующее задание в Лондоне. Молот планирует взорвать здание Генеральной Ассамблеи ООН. Информация достоверная? Думаю, да. Это выдал нам захваченный террорист. Он здесь. Можно еще раз допросить его. Если это так, я должен сообщить в штаб-квартиру ООН. Мы можем опоздать, майор. Но информация не проверена. Черт, что там еще? Это я, майор. Я поработал со своими материалами, пока они не ушли в аналитический отдел. Можно предполагать, что следующая акция Молота состоится в Лондоне. Борис, все давно уже известно. Молот хочет взорвать ООН. Майор, я хотел бы получить подтверждение этой информации на месте, в Лондоне. И нет. Я начала это дело, я его и закончу. Ну, вы как дети. Борис, для тебя есть другое задание. Поедешь в СССР на родину, а новичок отправится в Лондон. Спасибо, майор. Лейтенант, тебе стоит пересмотреть состав команды. Для разминирования необходимы инженеры, а не солдаты. Иди. А тебя, Борис, прошу остаться. Получишь инструкции на задание. Можно попробовать. Медика! Съешь-ка это. Больше такого не повторится. Медика! Мне нужна помощь. Я жить хочу. Медика! Медика! Всегда вы так. Медика! Всегда вы так. Мне нужна помощь. Я жить хочу. Тише, тише. О!
Мне нужна помощь. Я жить хочу. Всегда вы так. Мне нужна помощь. Я жить хочу. Мне нужна помощь. Я жить хочу. Медика! 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 Мне нужна помощь. Я жить хочу. Медика! Так точно. Медика! Мне нужна помощь. Я жить хочу. Размечтался. Можно попробовать. Можно попробовать. Можно попробовать. Съешь-ка это.
Так точно. Тише, тише. Тут кругом ловушки. Можно попробовать. Съешь-ка это. Так точно. Всегда вы так. Тише, тише. Размечтался. Так точно. Тише, тише. Следующий. Стоп! Куда? Теперь можешь звать доктора. С удовольствием.
Так точно. Так точно. С удовольствием. Интересно, сколько времени у нас осталось? Мне нужна помощь. Когда вокруг взрывчатка, главное не нервничать и действовать четко. Заминировано. Быстрее, быстрее, часики тикают. Не пора ли подумать об эвакуации? Что-то у меня очень плохое предчувствие. Тут кругом ловушки. Хотелось бы, но...
Размечтался. Слава богу, все закончилось. Интересно, мне поставят памятник? Вряд ли. Похоже, весь мир перед нами в долгу, майор. Ну, может, это и цинично. Но свои медали ты променял на деньги. Да, нужно сказать, что Борис уже вернулся из СССР с тревожными вестями. Из тюрьмы сбежал профессор Лебедев. Кто это? Гениальный ученый, работавший на Молот еще до войны. Был арестован русскими и отправлен в Сибирь. Что он может сделать для Молота? Атомную бомбу. Очевидно, Молоту нужен руководитель проекта. И Лебедеву был устроен побег. Пора готовиться к русским зимам? Именно. Я тоже вынужден на некоторое время покинуть базу. Ты временно переходишь под командование Бориса. Минутку. В лондонских подземельях на нас была приготовлена засада. Боюсь, что Молот в курсе наших операций. Разрешите? С этого момента здесь командуешь ты. Надеюсь на твой опыт и выдержку. Лейтенант, выбирайте задание и приступайте.